Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Hearthstone. Так, ну и давайте испытание вот это пройдем. Ну, у нас одно осталось, чернокнижника. За это мы получим черного археолога. Вы раскапываете карту стоимостью 1 мана. Вот это, кстати, неплохой такси на чернокнижника. Боевой клич. Ну, то есть он дровает, он как бы 2-2 существо, еще дровает карту... за 1 ману, в принципе, ну, не знаю. Ну, в принципе, ничего так, как вариант можно. Солнечный расхититель Фаэрикс! Фаэрикс! Жезл солнца мой! Твоя душа будет моей! Да, блин, оставлю вообще все, меня все устраивает. Я неуязвим! Хватай посох! Хорош фигачить. А чё он не ударил-то? Странно. Как прикажешь. Об этом пожалеешь. Ты об этом пожалеешь. Хочешь поиграть с огнём? Некромант — это плохо. Некромант — это очень плохо. Ощути! Предсмертный крик наносит 1 единицу урона случайному персонажу противника. Как прикажешь. Защищаю храм. Чувак на стриме пишет. Ну, в общем, нехорошее слово на букву. Называется, начинается на бля, а заканчивается на... Кот на клаву насрал. Чувак, я тебя сочувствую. Честно, честно, но что я могу сделать? Кот. Кот, он такой. Так, это сейчас с предсмертного хрипа должна убить. Во, нормально. Об этом пожалеешь. А я ж не уязвим, я могу дровать карты на халяву. Ощути, воу, прикольно. Мою боль. Вот. Вот, Джараксус. Ощути мою боль. Ощути. Не, ну тут что-то совсем все легко, я не знаю. Эй, он забрал у меня мой посох. Скотина. А ну отдавай. Сейчас мы прикроемся таунтом и нормально. Наносит 5 единиц урона выбранному существу. Если выбран ваш демон, он получает 5-5. Сердце демона. Так. Вера, мой щит. Так, древняя тень. А ты демон, да? На тебе баф. Ощути мою боль. Нормально. Эй, волна огня — это плохо. Но я не уязвим все-таки. Нормально. Ваш противник получает карту проклятия. Пока эта карта находится в руке, он получает в начале своего хода. Так, ну давайте ему выдадим проклятие. Давайте тень, давайте эту штуку. Или продаешь. А. Боевой клич наносит 3 единицы урона этому существу. Вот это, может, жрецы будут брать. Блин, надо было переполняющую взять. О, проклятие, нормально. Дымажит, нормалек. Так что ж ты? Блин, а мне как-то надо убить чувака, ну ладно. Древнее проклятие.
рукам. Ты умрешь вместе со мной! Ладно, давайте наспавним существ. Он в любом случае сейчас будет убивать топор, так что... Ну, в смысле, меч. Блин, да задолбал! Топор, ну мы сейчас топор заберем обратно, только бы мне сейчас карту этого не достать. Нормально, не достали, так. Это был твой последний вздох! Ноль четыре. Хватит орать! Демона, так, ну давайте вот эту штуку. Покупаешь или продаешь? О, давайте переполняющую апнем. Бес, иди дальше. Ну, нормально, более-менее играем. О, забрал эту штуку. Ты еще скажи, что он сейчас копье, точнее меч ап, ну нет, меч. А сейчас кого? Да задолбал, зачем он ее апает? А, просто сыграть на проклятие, понятно. Так, и что мы будем делать? Ну, мы будем забирать вот этого. Теперь забирать киянку. О, древнее проклятие, супер. Еще одна переполняющая. Ну, вообще, мы просто... Мы просто имба мощными можем стать. Блин, он сейчас опять заберет палку. А, нет, он кого решил забрать. Я защищаю храм. Так, ну у нас уже летал имеется, так что... Опять проклятие, но у нас не уяз. Супер. Так, все, испытания чернокнижника мы тоже прошли. Испытания чернокнижника мы тоже прошли нормально. Черный археолог. Ну, черный археолог такая себе. Ну, может быть и ничего. Не знаю, ну, такая себе карта. Так, что, в героик пойдем? Или не пойдем? Ну, давайте посмотрим хотя бы, как апнуты в героике. Вам может понадобиться. А чё там у него за обилка? Вы берете карту и получаете кристалл маны. О! То есть он будет разгоняться жестко. Будет разгоняться жестко, да? Ну ладно. Андуин и Зинаар! Зинаар героический. Наконец я свободен! Я вознагражу тебя быстрой смертью. Блин, вот этих я выкину, свет пожалуй. Мне победу. Блин, лучше б не выкидывал. Ага, у него еще и 15 брони. Ладно, дракончика пока играть не буду, думаю. Так он... Сейчас... Да ну нафиг, ты вообще читер. Читак! Так, ну давайте дракончика теперь сыграем, он как бы апнутый. А, мы ж можем еще карту взять. Священный огонь. Слушайте, я, давайте я на будущее вторую световую бомбу возьму. Чувствую, он сейчас наапает себе этих кристаллов, и нам к шестому ходу надо будет защищаться жестко. Поэтому как-то так, что-то как-то так. Повелитель огня зовет. Ого, он меня отхренячил. Слышь ты, блин, Васечка. Карту существа, так. О, Наздорму. Слушайте, я лучше ползуна возьму. Он живучий, однако. Так, ну уже четвертый ход, нормально сейчас.
Предсмертный хрип, ваше существо. О, еще световая. Так, давайте, что тут, карта существа. На 4 есть кто-нибудь? Блин, рыцарь скелет. Ладно, придется вот эту хрень брать. Я не могу это сделать. Что ты не можешь там сделать? Что ты можешь? Не придуривайся. Так, пятый ход. Трепещи перед мощью. Ого. Не, ну мы, конечно, так все контрим, ребята, но я боюсь, что на следующий ход у нас летал. Ну, как бы я не боюсь, точнее, у нас летал на следующий ход. То есть мы просто не дожили. Вы раскапываете карту заклинания. Контроль разума, украденные мысли. Ну, мне надо провокацию. Если он вдруг затупит и сыграет там вот так, а не коброй, то, в принципе... Ну, мало ли, это ж бот может и затупить. А, он апает. Ну, тогда складили. Тогда здесь в любом, или не в любом. 3-3-6, да, в любом раскладе. Ну, ладно, пусть забивает. Да, героически он сильный. Ничего не скажешь. Героики он сильный. Ну, вот тут смысл дожить до шестого хода. Если вы дожили до шестого хода, вы легко чистите поле, выставляете свое и это. Ладно, давайте героик я потом отдельно, наверное, буду записывать. Погнали в потасовку. Погнали в потасовку. Так. И... Неожиданный донат. Спасибо за поддержку. Head Start задонатил 10 рублей с надписью «Неожиданный донат». Вот. Да, спрашивают, давно ли идет стрим? Уже часов 9. Так что, да, давно. Рагнарос и Нефариан. Рагна и Нефариан. Я здесь главный. Я отомщу тебе, дракон. Так, за 2, за 3. В начале вашего хода за 3. Ну, давайте оставим. Вот эти существа все. Отведай пламя Сальфурона. Отведай пламя Сальфурона. Так, 5-1 поставим. Стрим я каждый день начинаю в 9 утра по Москве, так что сами можете посчитать, сколько. Сидрон готов. Двух щенков гонч. Давайте щенков. Газомет активирован. Спрашивают, я только рублями задонатить могу? Нет, можешь задонатить чем хочешь там в этом. Чем хочешь. Вроде бы. Ну, можешь просто перевести там на кошелек Киви, там вообще можно и валюту поддерживать. Так, что-то нас этот Нефариан-то разбирает, ребята. Нефариан-то жестко разобрал. Блин, ну давайте беса поставим. Этого щенка. Не, ну в целом стол-то мы держим. То есть нормально. Стол держим.
включен. Фига он тут вывез. Он же скотина. Пламя тьмы надыбал. Я не знаю, есть ли там летал. Но... ну, надеюсь, что нет летала. Будет ли размен? Не, пошел в мордочку. Ну не знаю, ребят. Да. Так, все, сейчас доигрываем эту партию и. Моя работа крайне важна. Отстань. И в принципе все. Хорош тут черепоколами фигачиться. Слышь ты, блин. Так, ну, посмотрим, есть ли у него 6 урона какой-нибудь. Какой-нибудь закол есть, нет? Если нет, мы выиграли. Если есть, то мы проиграли. Вот. Моя работа крайне важна. Отстань. Походу, что-то он мутит. Ну и что на 2? На 4, точнее, еще за 2 маны, что? Неужели 2 божественных чары? Да ладно! Фух, слава тебе, господи. Так, все, снесли. Замечательно. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск закончу. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.